порядке. Итак, мы начинаем с того, что у нас шелочки вперед, их будет 4. Мы начинаем с левой ножки, и у нас будут работать ручки противоположными. С риском мне делать это руки, но потом сделаем. Итак, мы идем с левой. Раз, два, три. И на четвертой у нас подставляется правая ножка. Мы уходим вниз, и ручки у нас идут по коленке. Бам. После этого мы распрямляемся, корпус немножко уходит в правую сторону, и правая ручка идет к рту. Угу. Возвращаемся на центр, начинается сам прибег. Итак, мы начинаем с того, что у нас идут припадания, поднимается левая ножка, ручка у нас левая согнута в локте, и у нас кулак, и правая тоже будет в кулаке, и будет рисовать кружочек слева направо, под левой ручкой, затем над левой, и здесь уже будет не кружочек, а у нас идет движение пам, и здесь раскрывается ладонь, и мы просто бьем для себя какое-то. Да. То есть пам-пам. При этом у нас на второй раз, когда ручка здесь уходит за себя, у нас разворачивается голова. Да. Уходим снова сюда на центр и делаем следующее движение. У нас левая ручка в пистолете, и она идет в голове, и у нас корпус идет в левую сторону, при этом правая ножка сгибается в колени. Да. Пам. И идет небольшая волна корпуса назад. После этого мы меняем сторону, и у нас ручка идет в пистолете к животу, повернутая ладошка к себе. Левая ножка согнута в колени, и у нас идет волна в правую сторону. Да. То есть было пам-пам. Угу. После этого мы будем шагать на правую ножку, и ручки у нас будут от плечей идти наверх, крест, пам. И шагаем, получается, были здесь, и у нас идет пам, на левую, правую, согнули, сделали отсюда головой, ушли назад. Угу. Вернулись на центр, и у нас следующее движение будет идти. Большой палец будет идти вниз на правой ручке два раза. Затем присоединяется левая рука, и они вместе будут делать то же самое движение. Уходим в левую сторону, в правую, в левую, в правую. При этом у нас ручка работает. Раз, два, три, четыре. Угу. После этого мы снова возвращаемся на центр, и у нас будет то же самое движение, что мы делали в начале припева. Пам, пам. Здесь возвращаемся на центр, и у нас корпус будет идти в правую сторону, при этом мы будто бы будем убивать правое плечо наверх. Пам-пам. Два раза. Ручка у нас перед собой, раскрытая в ладошке, будет пам-пам. Остается здесь зафиксированы. Ручка идет к рту, закрывает в кулак. И после этого будем уходить в плие. Ручка у нас будет перед собой. Вытянута полностью в кулаке, да. То есть мы были здесь, и у нас будет пам. Были здесь, и у нас коленки будут идти вовнутрь, и бедра работать снизу вверх. То есть у нас движение должно получиться следующее. Пам, пам. Да, то есть мы раскрываем коленки, у нас уходит таз назад. Закрываем коленки, таз идет вперед. И так два раза. Пам, пам. Можно помогать себе ножкой. Да. Левая ручка у нас за собой, чтобы не мешала. После этого мы наступаем на левую ножку, и у нас этим выходят руки. То есть левая у нас полностью прямая, правая согнута в локте. И у нас идет пам, пам на центр. Затем опять ножка по правой работает. Пам. И наверх. После этого мы делаем акцент, раскрываем ручки. У нас медленная, они идут вниз. Больше работает левая, потому что она была наверху. Па-бам. После этого у нас снова положение рук такое, что было здесь. Только это у нас на штанах. Правая ручка за ремень, на пояс, не важно. Левая у нас за себя. Да. И здесь мы делаем следующие акценты корпуса. У нас будто бы мы забиваем себя вовнутрь. Пам. Дальше. Наружу, вовнутрь.
наружу и по кругу. То есть мы делаем бам, 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 бам. Пришли сюда. Дальше отсюда идем в обратную сторону. Бам. И здесь уходим вниз. У нас еще один акцент плечом правым. Бам. Уходим вниз. И дальше два акцента головой. Бам, бам. Они делают разные стороны, но солистка делает в левую сторону больше. После этого у нас правая ручка идет на пол. Мы себя поднимаем и идет вторая часть припева. Вторая часть припева у нас начинается с того, что у нас руки вот в таком положении, в кулаках. И у нас работают ножки. Первая правая пам, она сгибается в колени. И дальше левая пам. То есть у нас ничего не работает больше, кроме колена. Пам, пам. Да. Можно делать акцент корпуса. После этих движений у нас идут такие же движения ножками и работают руки. У нас кулаки будут идти наверх. Пам, пам. Да. То есть дела. Раз, два, три, четыре. Затем у нас идет, будто бы мы чтобы загребать в левую сторону, у нас ручки раскрываются вот в таком положении, и мы будем уходить вниз, при этом можно уступить левой ногой для удобства. Пам. Соединяем ручки здесь, и дальше у нас поднимается левая ножка и раскрываются руки. Пам. После этого у нас руки будут вот в таком положении, правая ручка будет рисовать один круг около живота, также слева направо, и оставаться здесь. Левая ручка у нас в таком положении. Ноги у нас работают. Были здесь, и мы наступаем. Раз, два, три, четыре. Четыре шажочка в таком положении, и дальше просто обычные шаги. И у нас будут меняться ручки. То есть у нас была левая прямая, дальше у нас разгибается правая прямая. Затем меняемся опять в это же положение, и наши руки идут вдоль тела, и мы здесь поворачиваем себя. Собираем мышцу подсчет. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Пам. Пам. Вэй. Я. Брум, 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 брум. Вэй. Я. Пам. Сюда, сюда. Вэй. Я. 5, 6, 7, 8. Пам. Скрыли. Пам. Раскрыли. Вовнутрь. Наружу. Вовнутрь. Раскрыли. Пам. 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 Встали. Прайдер. 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 Пава. Пам. Раскрыли. Поменяли, сюда повернулись. Мне есть кусочек от 50%. Thank you.
like it.